Сенсор. Всем привет. Зачем сенсор? Сегодня я в гостях у мастера Валерия, это же не который тоже в Челябинске живет. Он есть, не живет. Мы с Игорем Анатольевичем приехали. И я решил немножко поснимать для вас. Сделаем небольшую экскурсию по мастерской. А вот это же другая. Может, какие-то вопросы позадаем. Ну, они, в общем, попробуем. Самое интересное всегда это такая рабочее место мастера. А сейчас в работе тюнер от радиотехники. Да. Вот сразу видно, человек практикует на постоянной основе. Вот паяльник, да, нажимаем, тестер. Нас. Сейчас мы тебе подключим. А вот это что за штучка такая вот эта вот висит? Это коммутатор, когда настройка вход усилителя, выход на осциллограф подачи, чтобы не перетыкать ничего. Mm-hmm. Да а, нет. А вот здесь что? Тут разные деталюшки. Транзисторы какие-то. На электронику тройку, на электронику четверку, правильно? Емкости электролитические. Да. Не, ну на... Что-то тут еще. Не, на черном не будет смотреть, только на светлом. Почему? Ну, на черном не будет. Ой. Почему? Они же беленькие. Ой. Черном, если будут, тогда надо эти все беленькие ставить и винтики все беленькие ставить. Все, почему бы и нет? Тогда, да, мелочевочки, лампочки. Всякие мелочевочки. Не, еще транзисторы. Что, да? О, диоды. Да, ну а что делать? Емкости побольше. Еще. А там резисторы. Так, это что за прибор? Блок питания. Ему уже лет, блин. Это как лабораторный получается. Еще советских времен, блин, сделан. Миллиметр. Ты втыкаешь туда, вот эту вынимаешь, да? Втыкаешь штатную. Осциллограф. Ага. Ну, то есть, ну, отверточки разного калибра висят. Вообще классно смотрится. А это кнопки управления для магнитофона электроника. Для лимпа тройки, для электроники тройки, для электроники четверки. Это кто-то производит или? Да это вот все придумали. Валера придумал. А помнишь механизм прижатия? Да. Да они же моторизированные. Вот два этих конструктора. Специалиста. Так, а вот что в шкафчике, интересно. Ну, это все интересно, ребята. Чего вы пыхтите? В холодильнике можно заглянуть, посмотреть. Кстати, да. Мороженое, может, там найду. А к мгновенному не подойдет, тут, да? К мгновенному не подойдет, купай. Почему? Резисторы. Счетчик. О, смотри, смотри, вот. Что подойдет. Вот лучше. Смотри, какой... Вот ну-ка. Это счастье детства. Мечта от детства, да? Нота М. Давайте музыку слушать. Не, ну Валер, осциллограф хорошо работает. Хорошо. Спасибо добрым людям. Только что-то мне не задержался, да? Не, ну другу надо дать, ему важнее, он же чинит, помогает. Да. Вот раз, так. Мастеру всегда нужнее, запомни. Что, она еще ламповая, что ли? Естественно. Значит, надо дать ей времечко. А там сколько ламп, кроме как накаливания? Три. Три? О, еще четыре. Она представлена, что ли? Она это, новистер на входе? Да. Нет, да. Нет, это ВП-64 новистер поел. Здесь 6G32. 6G32. Ну это же белое было, да, когда новое было? Вот смотри, вот тут длине, я просто уходит. Вообще один в один. Вот ты его туда, и вот это все выбросил. Вот это тоже можно убрать. Вот я иногда в своих видео рассказываю, что у меня что-то в шкаф уходит. Вот примерно вот так оно в шкафу и хранится. Четверка Олимп. Рядом, наверное, тоже четверка Олимп.
Красавица. Тут разная аппаратура. Ну, а о, радиотехника кассетная. Да? Не, не помню, у меня такого не было. Я не такой старый. Вот такой вот шкафчик. Тут тоже что-то два ревоксоподобных аппарата на ремонте, видать, разобраны. Классический подоконник с какой-то микрухой. Еще вилка, конечно, двойная, чтобы тут радио. Я помню такие. А тут усилитель Akai AM-A90 в ремонте. А это вот, Игорь Анатольевич, это же ты привез вот да. этот проигрыватель на ремонт. Ну, так как у нас Валера, да, самый старейший работник ПО. Что там? Почему старейший, не старейший? Нет, опытный. Разрешите пройти? Да, пожалуйста. А вот здесь... Челябинский радиозавод, вот, здесь там делали Россию. Россия это... А здесь вот. Красавец Олимп 4. Здесь уже запуски. Подкатушечники болотные. Блин, я тоже такие хочу. А вот эти сразу видно, это Игорь Анатольевича. Нет. Отсюда срисовал. Да? Это образцы, на базе которых Игорь Анатольевич делает свои. Нету сети. Я ничего не делал. Мы пришли на 5 секунд. Принесли яблоки, груши, витамины, да, другу. Да, и пару аппаратов в ремонт. Это не в ремонт, это, да, модернизировать. Ну, просто у меня не хватает рук и времени. А тут еще фотоаппараты лежат. В общем, все сдал, где что у него лежит ценное. Ценные у него руки и голова. У мастера все ценное, понимаешь, в мастерской. Смотри, какой-нибудь... Ну, давай включи, пусть хоть покажи, как он играет. Да. Ну, какую-то ставить. Ну, что ты, катушек нет. Я же тебе столько катушек дарил, а. Все куда-то продал. Вот все продал, а. Все монетизировал, а. У мастера так, все лишнее идет на продажу. Да это не лишнее, это подарок был. Да не надо, блин, оно все есть. А, ну ладно. Давай. Блин, в машине лежала же еще одна катушка. Вон какой-то там. Ладно, усилитель точно не подключен. Наушники можно только включить. Ну вот. Мы не услышим той радости. Не ты услышим. Знаешь, самое главное посмотреть, как вращаются катушки. Не, как индикатор. Как идет. Работает, да, индикатор. И как счетчик считает. Это от пыли, да? Да. А боковинки, вот кто занимался боковинками такими красивыми? Ну, не сделали люди. Только покажи мне его боковинки такие. А, ну это деревяшечки просто, да? Ну, на белом он хорошо смотрит. Вот что-то как-то индикатор. Да, тут запись такая непонятная. Так а что, он хотя бы он через аккорд включил бы хоть что-то. К этой колонке надо подключить. Ты не подготовился к нашему времени. А я откуда знал? Смотрите, мы тебе позвонили. Коррекция высвечивается. 320 нановебр, 19 скорость. Где написано? Звук с ленты. Где написано? Ну вот, 320, видишь? А у тебя там 280 тоже только включи, где 280? Нет? Нет, 200. Красота. Да, выглядит действительно замечательно. Так, мне, пожалуйста, вот этот, не такой, но вот такой. А вот это вот корпуса, Валер, расскажи подробнее. Это копия 1:1 радиоприемника Минск, который был первый транзисторный приемник, сколько их уже заготовки на них. Начинка у тебя тоже есть? Ну, то есть по итогу соберется? Они еще не доделаны. Все есть, в принципе. Mm-hmm. Все тоже делается. И это спрашивают люди, то есть есть спрос на такое изделие, да? Это для души. Mm-hmm. Кто хочет, хочет. Ну, дешево. Мы сначала для души сделаем, потом подарим, потом нам принесут это починить, потом снова подарим. И так все ходит. Круговорот аппаратуры в природе. Мой осциллограф. Как он хорошо тут смотрится. Помогай человеку, помогай, помогай. Как ему неспокойно.
Вот да, почини, пусть он починит. Он же его и сейчас бы забрал. Ну не просто чинить. Чинить-то надо. Ну да. Нет, ну ты представляешь, принес в ремонт, а инструмент у мастера отнял. Ну, кто это? Да у Валеры все на слух. У него бы на слугов не надо. Не надо, сам на слух никогда не сделал. Это мой этот самый коммутатор. Загудел. Это твой коммутатор на 385 каналов, да? Нет. Что мы там? 10 выходов, 10, 4 входа. Самодельный получается. Да, Валера делал. Валера делал. 10 ходов, 10 выходов. Нет. 4 выхода и 10 ходов. Ты меня гонишь. Ну что гонишь? Ты смотри, что надо. Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь ходов. 8 и 4 выхода. А в этом большом шкафу тоже магнитофоны? Нет, там трусы, майки. А, ну тогда мы туда не полезем. Раз, два, три, четыре, пять. Вот зачем 6, ты 8, мне туда 9, вот собаку эту нарисовал? Вот 10, скажи мне, я замучился 10, стирать. 10 у него. Это ты используешь. 4. Ты зачем собаку стирал? Собака друг человека. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А слева что? Раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь. Восемь входов или восемь выходов. Ну ладно, вообще не парень. Все уже перенастраивал, что ли? Да, я хотел потом туда написать. А ты можешь, да, перенастроить? Да, можно, конечно. Ладно. Все, шрабикус. Вы так. Знаете, даже хорошо, что музыка не играет, чтобы YouTube не запорол видеоролик. Поэтому хорошо. Мы были у Ирика в гостях, когда к нему телевидение приезжало. Так вот, музыку постоянно слушали, не выключали. И YouTube запорол, не дал опубликовать это видео. А вырезать звук из него нереально, потому что там музыка постоянно. А ты можешь просто было на что-нибудь зафонить его, загудить? Нет. Ничего слышно не будет. И речь не будет слышно, ничего не будет слышно. А вот тут, вот у нас что? Вот какая-то катушка. А это 303-я нота. Это после ноты ВН пошла. 303-я. А тут еще какая-то магнитола Panasonic. И опять какой-то магнитофон. Наверное, Олимп 4-й. 4-ка, да. Угу. Вот куда ни глянь, кругом магнитофон. Как у меня дома. Да до ваших магнитофонов нам всех далеко. Потому что у вас там магнитофон упасть не мне. Все на штабелях, да на штабелях. Ты вот 100% уверен, что ты какие-то аппараты уже там несколько лет не слушал. Вот честно говоря. Мы свои-то годами не слушали. Это тайна, я об этом не буду вслух говорить. Угу. Только мне известно, какие я слушал, а какие нет. Пыль так протеряешь. Там перетаскиваем друг другу. Пусть у тебя поживет. А потом у меня поживет. Я их уже 2 отдам. Там еще это отдам. Пусть восстановит, а то, блин. Кого ты опять отдал? Ну, электронику отдал. Он даже усилитель починил. Я говорю, остальное-то что? Нужно, чтобы работала вертушка. Усилитель, все работало. И поставить туда этот самый Bluetooth-приемник. Вертушка там, скорее всего, понадобится печатать шестеренки. Они все высохли там. Ну, пусть займется. Вот, делать нехрен. Погоняю его. Накажем. Так, но мы все свои дела переделали, будем прощаться. Всего вам доброго, до новых встреч на канале. Помашите ручкой. И вы помашите ручкой. Все, пока. Поехали. Поехали. Привет, Денис. Спасибо тебе большое, что звонишь, не забываешь. Вот, у меня полная запарка дома. Ремонт. Я оттуда из квартиры не вылажу, со строителями там. Вот эту неделю вообще ничего не делал. Вот, появились у меня вот такие колоночки фирмы Philips. Значит, у одной из них сгоревшая была пищалка, и в ней же был обрыв провода. Вот, провода у них были просто выведены, без клемников, просто выведены из колонок через отверстие. Вот, и это стало результатом того, что провод сломался. Вот, ну, есть еще вот такой косячок вот здесь, скол. Вот, ну, я его сейчас сделаю. Сейчас вырежу из днища пластик, кусочек такой маленький, из-под ножек. Вот, и зашпаклею и заклею это все так, что, ну, видно не будет ничего.
Вот, ну и поставлю вот такие клеммики на них. В принципе, я это сегодня все сделаю. И колонки. Эти колонки, значит, у меня есть магнитофон 233 маяк. Вот на этот этот маяк имею, комплектую и выставлю на продажу. Вот. Появился еще один аппаратик вот такой. Это магнитофон Томского завода. Это сестра магнитофона Комета 209. Комета выпускалась в Новосибирске, а этот выпускался в Томске лежа. Вот. Он чем примечательный магнитофон для меня? Значит, он... Это первый магнитофон, который у меня появился вообще в жизни. Вот сейчас я установлю на штатив телефончик. Вот так, да? Блин, не хочет устанавливаться. Вот так. Вот, я работал в школьной производственной бригаде. Когда учился в школе, мне было 15 лет. Вот, на тракторе ДТ-75. И за лето заработал 180 рублей. Вот, и мы с отцом поехали в магазин. В магазине, значит, ну, деревня, глухомань в Оренбургской области. Вот, выбора там не было, был выбор. Был вот этот магнитофон и был магнитофон «Весна 306». Вот, и выбор пал на него. Почему? Значит, не было, для «Весны» не было кассет, а для этого магнитофона катушки. Вот сейчас я покажу, какие тут катушечки. Вот они, красавцы. 100-метровочки. Вот, для него, значит, катушки были, продавались, и поэтому пал выбор на него. Хотя отец говорил, что, сынок, если хочешь, я добавлю и возьми «Весну» эту. Ну, я побоялся брать ее, потому что была с ней одна демонстрационная кассета, и все. И как бы непонятно было, где эти кассеты брать, и они, ну, вообще не продавались. Это был 75-й год. Вот. Ну и, в общем, этот магнитофон у меня был 2 года. Ну и, к сожалению, у него был заводской дефект. Он тянул пленку. Вот, ничего не смог с ним сделать. Возил в мастерскую. У нас там райцентр от деревни был за 100 километров. И вот я с попутными машинами ездил туда, возил в мастерскую. Сдавал его. Там через 2-3 недели его ехал... Получал его назад, он опять ленту тянул, потом отвозил опять, и вот так, в общем. Но через 2 года мне брат подарил магнитофон Astra 206, и все. Но тут уже был настоящий магнитофон, уже все было по-настоящему. Вот, но тем не менее, такая вещь значимая, вот первый магнитофон в жизни. Вот, он более-менее состояние у него, тут следы времени, конечно, есть, вот здесь на кнопках сколы есть. Вот, а так... корпус целый, никаких трещин, ничего нет. Вот, головки. На головках заводская краска, по всей вероятности, не крутили головки. Вот. Ну и внутри у него тоже там прекрасные армянские конденсаторы стоят. Вот. И следов вмешательств никаких не видно. Вот, его сейчас надо отправить в мойку, в баню. С фейри его хорошо отмыть, почистить. И долгими зимними вечерами можно будет заниматься, сделать его в идеальное состояние и слушать Людмилу Зыкину, Валентину Толкунову, Иосифа Кобзона, кто там еще был, Вадим Мулерман, вот, и прочие, Вероника Круглова, вот, и кайфовать зимой. Вот, ну, это как бы я отложу. Этот магнитофон пока отложу, уже буду, когда в квартире ремонт закончится, уже буду им заниматься дома.